Вот она, нерушимая связь времен. День России отмечает сегодня наша страна. История этого праздника уходит в далекий 1990 год. Именно в этот день, 12 июня, Россия стала независимой и приняла свою декларацию о суверенитете. Ну и вместе со всей страной этот праздник сегодня отмечает и Солнечногорск. Одна из площадок празднования Дня России в Солнечногорске – двор микрорайона Рекинцо. Для взрослых – концерт с участием местных артистов. Для детей – художественный мастер-класс «Рисуем Россию». Что мы ценим в России, что у нас самое главное? Это в нашей России есть чего, у других нету. Например, у нас наши березки самые лучшие, озера, реки у нас очень ценятся. И медведь, конечно же, и матрешка. Кто-то матрешку рисует, но самое-самое главное – это наш флаг. Триколор такой вот классный, белый, синий, красный. Три полоски флага – это неспроста. Белая полоска – мир и чистота. Синяя полоска – это цвет небес. Красная полоска – подвиги солдат. Мы рисовали с Яной флажки. Я травку рисовала. Я знаю, что наша страна победила другую страну. Я ее люблю. Праздник хороший, понравился. Вышли в магазин, забежали на праздник. Так что погода отличная. Замечательное настроение, замечательный праздник, замечательная организация этого праздника. Спасибо большое всем. Солнечный город счастья, солнечный город в сердце. Подобные праздничные мероприятия в честь Дня России прошли и в других территориальных управлениях округа. Юлия Унрау, Дмитрий Кузякин. Наше время. Солнечный город вместе, солнечный город света, солнечный дом друзей.